Складывать, вычитать, умножать и делить двузначные и трехзначные числа за считанные секунды без калькулятора и листа бумаги. Детский развивающий центр «Эники-Беники» впервые в Иванове организовал городскую олимпиаду по ментальной арифметике, международной методике ИСМА. Чтобы выполнить сложные математические операции, детям не нужно ничего, кроме воображения. На первый взгляд, здесь какой-то подвох, ведь считать с такой скоростью в уме просто невозможно. Многие родители тоже, когда приходят, у них очень много вопросов. Как же вы можете научить ребенку быстрому счету? Первично мы считаем на абакусе, это специальный инструмент, счеты. У нас счеты казахстанские, называются они абакус. И при помощи данных счетов ребята научаются считать именно на физическом, тренировочном абакусе. Далее мы развиваем представление воображения. И уже дети переходят на ментальный уровень, когда они представляют данные счеты, а при помощи пальчиков, рук, они чувствуют эти косточки и складывают именно ментально. Поэтому все примеры, которые они оттренировали и изучили на абакусе, они потом очень легко, представляя, высчитывают те же самые примеры. Олимпиада разделена на два тура. В первом детям разрешается пользоваться физическим абакусом. Вторая часть – непосредственно ментальный счет, без использования технических средств. И по моему длинному свистку вы сейчас откроете задание. Как задание будет открыто, вы начинаете считать на абакусе. Приготовились. Начали. На выполнение заданий отводится всего 4 минуты. За это время участники должны решить как можно больше примеров. На задания со сложением и вычитанием дети тратят всего 5-6 секунд. Та же операция на калькуляторе займет вдвое больше времени. Но это очень помогает обучению в школе. Креативное мышление развивается у ребенка. Помогает память, улучшает. То есть это очень здорово для развития ребенка. Помогает. Стал учиться лучше, девочка моя. Очень помогает в учебе. Проходим тут как бы курс значительно раньше, чем в школе. Поэтому так вовремя, и мне очень нравится, что моя дочка занимается. Мы немного раньше пошли в школу, чем положено, и я боялась, будет ли он готов у меня. Но я нисколько не прогадала, то, что отдала в школу ментальной арифметики, благодаря подготовке как и по математике, так и прилежному поведению, обучают и этому там, он был адаптирован к школе, то есть он пришел готов. Педагоги рекомендуют начинать изучение ментальной арифметики с 4 лет, когда у ребенка формируется представление о числах и операциях с ними. Это помогает не только на уроках математики, но и в целом способствует умению концентрироваться, а также развивает абстрактное мышление и воображение. Иногда, когда у нас в школе даются сложные примеры, я их считаю ментально, а одноклассники спрашивают, как ты их считаешь? Я рассказываю, что я занимаюсь ментальной арифметикой, и это мне помогает очень хорошо. На абакусе считаешь пальцами, а ментально этими пальцами тоже считаешь, но представляешь абакус. Мне нравится заниматься ментальной арифметикой, потому что мне стало легче в школе. Я считаю примеры в школе очень быстро и решаю быстрее домашние задания. На занятиях у меня появились новые друзья, а как домашние задания надо выполнять на компьютер, я еще освоила и компьютер. Пока педагоги занимались проверкой работ, для детей устроили шоу ментального счета. Решать примеры нужно не сидя за партой, а в движении. Приготовились. 913 минус 302 плюс 225. Анютка, ответ? 736. 836 – это правильный ответ. Аплодисменты. 34 минус 23 плюс 67 минус 51 минус 11 плюс 50. 65. 65 – это правильный ответ, ребята. Аплодисменты. Организаторы превратили Олимпиаду в настоящий праздник для своих воспитанников. Чтобы ребята расслабились после математических испытаний, пригласили аниматоров.
первой городской олимпиаде по ментальной арифметике приняли участие более 60 ребят из нескольких образовательных учреждений Иваново. Все получили медали, призы от спонсоров и, конечно, стимул учиться дальше. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.